край, где правит природа. Кольский полуостров, омываемый Баренцевым и Белым морями, расположенный на северо-западе европейской части России, в Мурманской области. По Кольскому полуострову протекает много рек: Паной, самая длинная река на полуострове, Варзуга, Кола, Йоконда, Териберка, Воронья, Умба и другие. Я приглашаю вас в путешествие по Королевской дороге, древнему пути могучего атлантического лосося. Эта уникальная рыба обитает на этой земле с доисторических времен. Каждый год проплывает тысячи километров по Атлантическому океану, борясь с хищниками, стремнинами и бурлящими порогами. Лосось возвращается сюда, чтобы метать икру в своей родной реке. Добро пожаловать в гости к королю реки. Серия первая. Река Кола, первый участок. Страсть к ловле атлантического лосося проснулась у меня в юношеском возрасте. Я часами смотрел, как мой дядя ловит короля реки. Неважно, светило солнце, шел дождь или град, эти воспоминания всегда были горячи моему сердцу. С годами мое увлечение становилось только сильнее. Последние 15 лет основную часть лета я провожу на сёмужных реках Кольского полуострова, покидая городскую среду и воссоединяюсь с природой. В этом выпуске я буду делиться с вами своими наблюдениями за атлантическим лососем и приемами, которые я использую при его ловле. Единственного верного способа при его ловле и наумных пособий по ней не существует. Я расскажу лишь о том, что проверил на собственном опыте. Мы начинаем путешествие по Кольскому полуострову, и я буду вашим гидом. Условия для рыбалки просто идеальные, уровень воды то, что надо, рыбаков на реке немного. Главное соблюдать спокойствие. Небо чуточку пасмурное, время половина шестого утра. Время – это единственное, что нам с вами может не хватить. За минуты просмотра этого фильма, вы узнаете, что короля реки очень трудно поймать. Но я надеюсь, что эта рыбалка на первом участке окажется успешной. Первое, что надо учесть при нахождении стоянки короля реки, это коридоры. Обратите внимание, что камни, торчащие из воды, режут воду на две части, образуя своеобразные коридоры. Сейчас я ловлю в том, что ближе ко мне. Вначале я проверю весь этот участок до следующего камня, а затем перейду к другому. А вот и поклевка. Первая рыба клюнула с первых забросов, я чувствовал, что так и будет. Условия были идеальные. Сорвалась. Ну что ж, я поторопился радоваться. Ну значит, будем пробовать снова, должно повезти еще раз. Первый промысловый лицензионный участок на реке Кола хорош тем, что располагается рядом с устьем Кольского залива. Отсюда и начинает лосось свой заход в реку. Как правило, здесь начинают первую рыбалку в сезоне на лосося с мая месяца, затем лосось уходит вдаль по реке. Если вы придете сюда в мае или июне, то воды будет на пару метров больше. Течение быстрое, и ловить здесь непросто, но очень увлекательно. А если клюнет рыба, то борьба будет просто фантастической, я вам это гарантирую. В этом месте рыба не особо задерживается, а проходит его транзитом. Заходя сюда, он отдыхает пару дней и уходит дальше. Только если вода очень низкая, то задерживается подольше, но все равно ненадолго, для лосося это как шоссе.
Зачастую лосось держится в сливах и вдоль камней, как торчащих, так и которые скрыты под водой, а также держится на кромке вдоль основных струй. Также при ловле возможно поймать и другие виды рыб, такие как кунжа, сик или окунь. Если вы рыбачите вблизи моря, то на этом участке немалую роль играют приливы и отливы, так как в основном лосось заходит по полной воде в период прилива. В этот момент возможно поймать рыбу с морскими клопами, которые в пресной воде с рыбы отваливаются. Не стоит забывать и про погоду, лосось не любит ветра и жару, если на реке штиль, то шансы на поимку увеличиваются. Очень интересно наблюдать за тем, как первая сёмга заходит в реке. Ее в это время трудно увидеть, так как на поверхности она начинает появляться тогда, когда температура воды прогревается до 80 градусов. В самом же начале сезона, когда река похожа на один большой бушующий поток, сёмга идет вверх по течению вдоль берега. Она останавливается в каждом затишке, в каждом прижимке, чтобы отдохнуть и следовать дальше. Бывает в солнечную погоду так, что в этих затишках рыбу хорошо видно при условии, что они не очень глубокие. Для тех, кто охотится на сёмгу с подводной фотокамерой, это хороший шанс сделать удачные кадры. О неповторимых, прекрасных и запоминающихся прыжках серебристой красавицы можно говорить бесконечно. Крупная рыба тяжело показывается на поверхности, но если уж плюхнет всей своей массой, то звук раздается далеко. Волны на гладких сливах могут доходить до берега, невзирая на сильное течение. Мелкие особи обычно выпрыгивают намного выше, осуществляя нередко перевороты в воздухе. Облашавшая, готовая к нересту рыба прыгает совсем по-другому. Она чувствует в реке себя хозяйкой, она пробыла здесь пару месяцев и изучила каждый камешек. Поэтому ее прыжки умные, мудрые и продуманные. Просто так, без причины она прыгать не будет. У нее идет настоящая борьба на нерестовые места и за самок. Это вам не шутка. Ну а мы тем временем обошли весь пул и снова вернулись на первое место, откуда и начинали. Как оказалось, не зря. За это время начался прилив в море, и новый косяк рыб зашел в реку. Вот она, очередная, волнующая, долгожданная поклевка. Лосось очень сильная рыба, особенно когда она только зашла с моря. Тут очень важно правильно настроить фрикцион на катушке и не дать рыбе завести леску за камни. Не знаю, какого веса рыба, но по ощущениям внушительная. Он пытается удержаться в потоке, потому что там он сильнее. А? Мон, там на спуске. Сейчас не вижу.
Ну все, попался. При извлечении рыбы из воды, ее надо держать и поднимать за хвост, так она меньше сопротивляется и легче удержать, так как у него главная мышца — это хвост.